Народ, я просто никогда этого не делала, для меня это впервые, но мы, короче, с блогерами скинтовались, и вот те вот айфоны на предыдущей сторис мы купили для подписчиков, там белые, красные, черные, короче, это все 11 айфоны и их 15 штук. Условия очень простые. Чтобы участвовать, нужно добавить в подписки 20 блогеров, на которых я подписана. Это, кстати, очень популярные блогеры, и вы их, кстати, знаете. Там и Оливка, и Саша Чистова, и другие популярные девчонки, поэтому... будут дарить по одному айфону, в какой-то день будет несколько айфонов разыгрываться, поэтому внимательно следите за сторис блогеров, потому что всегда будут разные блогеры их разыгрывать, активничайте в комментариях, потому что иногда будут выбирать победителя среди комментариев. Кстати, вот я впервые и, может быть, единственный раз делаю такой конкурс, смотря как вам понравится, поэтому надеюсь, выиграет кто-то из моих подписчиков айфон, да. Кстати, вот это я вот снимаю вам эту сторис на XS Max, а там будет 11 айфон. Прошло 4 месяца, как мы разъехались с Николаем. Говорю сразу, мы не расставались. И я до сих пор получаю часто сообщения по поводу того, что, почему, как, зачем. А кто-то тоже так хочет. И я дозрела до того, чтобы написать про это пост. Я, конечно, догадываюсь, что будет дофига срача и осуждений, но почему бы нет, как бы, да? Нужно поделиться своим опытом. Я буду без всяких подробностей это делать, но, короче, как напишу, как соберусь мыслями, обязательно расскажу. Зима отменяется, потому что на улице уже как бы 11 градусов. Едем в парк кататься на скейте. Так что вы тоже выходите, там тусите, дома не сидите. Нет, вижу. Ну, сразу видно, воскресенье, потеплело на 10 градусов. Все вышли гулять. Видите, что в парке поставили? Короче, аппарат, нажимаешь кнопочку, и все, и выезжает скорая или полиция, не знаю. В общем, прикольно, прикольно. В русском языке как бы нет. Есть положить, выложить, доложить. Ложить нет, это неправильно. Да. Подожди, все запишется. Если вы хотите потерять друзей, играйте в лес.